Fallen in Reverse. Это мы уже смотрели. О, подожди, это как фильм есть, как он называется? От первого лица. Адреналин, хакер, что-то такое. Кого? Супермен. А это, видимо, с одного альбома. Слышишь? Графика такая мощная. Что, такой дыроволный? Я не знаю. Не факт. Просто негром все сделал, получается. Много сразу всего происходит. Да, видишь, тот же город. Ой. Пройдется в кровь. Супергерой, которого мы заслужили. Угу. Не, ну снято очень зрелищно, конечно. Мне кажется, стоит очень дорого. Такой клип снять. Тут смотри, и мистические, демонические силы, и роботы. Все пытаются его убить. Ну, потому что он главный такой, непонятно какой. Неположительный персонаж, думаю. Это как аниме. Ну, типа. Знаешь, что это такое? О, видишь? А, так он оборотень. Иисус? Это кто-то фит-тек. Сейчас пришел ему, шепчет мне. А то он хочет образумить. Такой, ну что ты делаешь, чел? Ну что ты всех убиваешь, некрасиво так, ну. Будь белым, е-е-е-е-е. А ты души поднимаются по ходу. Ват забрали. Окей. Все. О, не зверг его. Прям лава куда-то. Ну ват. Ой. А вон Варлок вылаз. Диабло. Ну какие ассоциации? Диабло. Тоже рэп читает, прикинь. Даже рэпер. Так у них победит тот, кто перечитает. Да. Я не вопит ему. Но нас батл, понял? Вот так. Раунд. Не, слушай, вот. Вот эти же лазеры в прошлом клипе тоже были у него из глаз. Рональд. Как песня называется? Глаза ему. Ну, на самом деле выглядит, как, знаешь, целый сериал. То есть одна песня в другую как будто перетекает. И да. Это даже, наверное, зрелищнее, чем прошлый, мне кажется. Тут еще как будто больше эффектов. Слишком круто, я бы сказал.